Всем приветики. Это как продолжение к предыдущему видео. В общем, я понял, в чем была причина, ну, почему оно не хотело работать, вот это вот все. То, что там плохо, изоляции, если там было много на проводе, она как-то так... И вообще провод какой-то был то ли черный, то ли подгоревший. Ну, я, в общем, решил перепаять, отрезал все. И, ну, я так послушал, разорвал, и здесь на разорванном нормально звучит. И, кстати, здесь без канифоли очень хорошо ложится... припой на эти провода, и это очень круто, как бы, вот он так, ты просто мажешь припоем, и он так хорошо ложится. Вот, это очень круто. Так что я сейчас провода смажу припоем, чтобы они хорошенько взялись друг за дружку. Ну, а потом спаяю их, чтобы одним таким касанием тык, и спаять их. Вот, то есть мажем их хорошенько. По идее, должны будут нормально работать они. Потому что я как бы вроде бы все проверил, все работает. Ну так, просто прижиманием друг к другу провода к другу. Ну, типа как сложить провода один к другому, и оно нормально сработало. Значит, по идее, должно работать нормально. Вот. Так, теперь нам нужно спаять эти два провода. То есть... А, красный с красным, черный с черным. Где у нас тут какое? Вот мы видим красный. Красный с красным спаять получается. Таким вот образом. Так. Вот мы берем красный и припаиваем его к красному. Так. Что у нас получается в результате? Припаялся. Красный к красному. Вот он припаялся. Так, теперь черный к черному. Хотя я не знаю, я пока вот это все проверял, пару раз коротнул их, ничего не произошло. Я, ну, это, то есть, типа, нормально все. То есть, не всегда это, может, там защита какая, или, может, на динамике это не распространяется. Но если, например... какую-нибудь лампочку закоротить, она взорвется. Я так один раз закоротил случайно, такой только бах, и лампочка разлетелась. И все, и нет лампочки. Была и нет. Так, ну почему она не берется? Да почему? Что опять не так? Там какая-то опять что ли изоляция попала? Сейчас опять не будет работать. Или канифоли нету что ли? Ну-ка. Или припоя маловато. Давай припоя возьмем. Оно еще чернеет, вот это вот жало. Мне не нравится, что оно чернеет. Как это вот пофиксить? Жало чернеет, и что ты будешь делать? И не хочет не паять ничего. Вот, вроде бы все. Все припаял. Сейчас надо проверить, работает или нет. Ну что? Как мы слышим, работает. А раз так, то можно скручивать. Все, слышно было, что оно работает, звучит. Ну, раз работает и звучит, что нам еще надо? Нам и надо было, чтобы оно играло, звенело и радовало слух своей музыкой. Так, а где мой ножик, чтобы это все отрезать? Так, отрезаем это все и изолируем, потому что лучше, чтобы провода не соприкасались. Оно-то ничего не стало почему-то, когда закоротилось. Но это не значит, что так будет всегда. Поэтому мы берем и... Ну, это, конечно же, неудобно. Ну, суть ясна, как бы, замотать все. Так, ну вот я одну замотал. Я просто ставлю на паузу, чтобы не затягивать, потому что это все, ну, как бы, долго, это пока вот закрутишь. Я, наверное, минуту крутил. Ну, более-менее красивенько, потому что, когда ты за экраном, ты плохо видишь, как там делаешь, и оно коряво получается, а так. Вот, более-менее такое. Ну, тоже не очень, конечно, но более-менее получше. Ну, вот, короче, замотал. Я, правда, наколхозил, конечно, немножко. Оно такое здоровое получилось. Еще и снизу замотал, то, что там тоже немножко поцарапано. Было, чтобы они друг за друга не касались. Вон такая вот типа царапка, там тоже такая же была.
Вот просто еще изолента такая какая-то не очень. Но в целом вот оно сейчас еще по кругу все это замотается поверх. Вообще будет идеально. Ну и вот в результате, как оно выглядит, довольно-таки нормально. Кстати, вот еще здесь термоусадка. Не используется никогда термоусадка, потому что вы, получается, надеваете такую трубочку и огнем усаживаете. И при том, чтобы ее снять, это целая проблема. Вы будете сдирать вместе с проводами. Она еще врежется в провода, если они голые. И потом, как у меня, оно не будет хотеть работать, потому что там все будет в этой вот термоусадке. И, ну, то есть оно, ты будешь припаивать на эту термоусадку, оно будет... контакт плохой, как у меня не будет работать. То, что я припаял, получается, на термоусадку. Там слишком много было между проводами термоусадки. И я оборвал, обрезал все это, зачистил и заново припаял чистые провода на чистые. И вот теперь нормально. Изолентой вот надо замотал, не надо смотал. А этот я только уже срезать, и там с проводами совсем будет срезаться. Оно еще влезет в эти... Вот здесь вот как бы обмотка есть, а вот здесь вот посередине нету. Оно в нее въестся. И придется это отрезать, потому что на нее плохо припаяется. Короче, ерунда. Вот. А так вот, нормально, нормально. И с изолентой теперь замотал, все работает как бы. Ну и вот можно проверить, как бы, что оно работает. Ну то есть все отлично, все супер. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.